Брати і сестри, давайте ми заспокоїмося, розуміючи, що ми в Домі Божому перед лицем Господнім. Сьогодні в нас вже така святкова обстановка, перед нами наші діти, вони будуть учасниками в цьому служінні. І нехай би наша молитва була перед лицем Божим. Боже, благослови цих діток і нас разом з ними. Я читаю перед молитвою Псалом 148, дуже нам відомі слова. Я прочитаю його весь. «Хваліть Господа з небес, хваліть Його вишніх, хваліть Його всі ангели Його, хваліть Його всі воїнства Його, хваліть Його сонце і луна, хваліть Його всі звезды света, хваліть Його небеса небес і води, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не пройдет. Хвалите Господа от земли великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его. Горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые. Цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах». Брати мої сестри, я б хотів би, щоб ми всі сьогодні, хто знаходиться в цьому залі, щоб всі ті, які сьогодні нас чують і бачать, щоб ми прославили того, який народився ради того, щоб нас спасти. Щоб ми віддали йому славу з нашими дітками за те, що він полюбив нас, коли ми були грішними. Хваліть його, старці, отроки, юноші, дівиці. Хваліть його, брати і сестри, прославмо нашого Господа. Встанемо для молитви і молимось. Дорогий наш Господь, Батьку наш, перед Твоїм святим лицем, домі Твоєму, дякуємо Тебе за милість Твою, дякуємо за любов Твою, дякуємо за заботу Твою. Слава Тобі, Господи! Ти достоїн слави. Алілуя! Ава, Отче! Господи, нехай ця слава буде Тобі, належить вона Тобі, нехай. Вона нехай Тобі подобає. Алілуя! Ава, Отче! Ребеден кір балагатарем і нечебеден. Благослови, Господи, це служіння. Нехай вся слава буде Тобі, наш добрий Бог, за Твої блага і милості. За все, що Ти звершив ради нас, нехай бурмі кожне серце, кожні уста прославлять Тебе достойною хвалою. Благослови, Боже, надалі, Боже. Святий і праведний наш Господь, по милості Твоїй, ми є в домі Твоєму перед лицем Твоїм. Ми, діти наші, наші внуки, Боже мій, ми маємо час спокійний, мирний, тихий, благополучний, Боже мій, в цій країні. Боже, ми дякуємо Тебе, що в цей день неділі Ти нас зібрав в домі Твоєму. Ми Тебе дякуємо за те, що Ти ради нас зійшов на цю землю, і ми в цей час згадуємо, наші діти згадують, Боже мій, той момент, коли Ти прийшов на цю землю ради того, щоб спасти загинуле, щоб повернути до життя, Боже мій, те, що втратив чоловік, Боже мій, повернути його, Господі, до себе, Ісус. Дякуємо Тебе, Боже мій, нехай в цьому служінні наші уста, наші серця, Боже, будуть наповнені Тобі слави за життя, за спасіння, за благословіння, за здоров'я, Боже мій, за всі благословіння за цей час. Господи, просимо надалі, Боже, благослови. Жіння, Боже, благослови тих, хто будуть участвувати. Благослови всіх дітей, Боже мій, нехай вони, Боже мій, від серця співають, славлять ім'я Твоє святе, бо Ти достоїн, Господи. Нехай ця слава буде подобаюча для Тебе. Тобі за все слава і хвала по віки вічні. Амінь.
Церковь дорогая, по-видимому, вы все чувствуете, что пришла пора поздравить друг друга с наступающим Рождеством Христовым. Поздравляю вас с таким поздравлением. Слава Богу и родившемуся Иисусу Христу! Нам давно пора бы было бы немножко подражать местным церквам, потому что как-то принято, что мы, славяне, празднуем этот праздник 3 дня в определенный день и не больше. Другие же церкви приступают к этому на месяц наперед. И это не значит, что они возжигают огни, украшают дома, и это значит сигнал тому, что мы празднуем праздник Рождества. Проповеди, пения в церквах уже идут на соответствующую тему, и всем хватает времени поговорить об столько обширном событии, как Рождество Христово. Я рад, что мы уже сегодня имеем такое как бы праздничное служение, и тогда и мне, братья и сестры, хочется читать текст, который имеет непосредственное отношение к этому празднику. В той стране, Лука, глава 1, 8 стих и далее. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Я знаю, что вы забегали наперед, я еще не читал, а вы уже цитировали эти слова. Ничего в этом удивительного. Так мы всегда читаем и повторяем одинаковые места в Священном Писании, потому что нет другого выхода, братья и сестры. Что я хочу отметить сегодня в своей короткой проповеди, потому что мы сегодня отдаем время в основном детской программе, и на удивление назначены всего 2 проповедника, с которых я первый с грозным предупреждением: не вздумай долго говорить. И я, братья и сестры, постараюсь быть послушным. Не буду говорить долго, буду поглядывать на часы. Итак, я возвещаю вам что? Великую радость. Что дает сегодня основание всем проповедникам говорить, что Рождество есть праздник необыкновенного торжества и радости. Печали нет места в этот сезон, церковь дорогая. Великую радость возвещает ангелы пастухам. А какое приветствие сказал ангел Марии? И вошел в ее комнату. Радуйся, благодатная, правда? Он тоже ей говорит о том, что принесет ей или скажет ей о большой радости. Хотя и те, и другие испугались, хочу вам отметить. Пастухи упали, как мертвые, испугались, написано в Слове Божьем. И ангел должен бы им сказать: не бойтесь. И Мария испугалась, весьма испугалась. Всегда, церковь дорогая, когда нам, людям, вдруг предстоит иметь встречу с небесными представителями, нас охватывает страх. Давайте я вам напомню, когда пришел пророк Божий в Вифлеем, для того, чтобы увидеть Иисея, его сыновей, и помазать одного из них в царя. Что случилось? Написано, что старейшины Вифлеема вышли наперед встретить пророка с большим трепетом и страхом. И первое, что они спросили пророка: мирен ли твой приход? Каковы мотивы? Для чего ты пришел? Страх охватывает нас, братья и сестры, потому что мы грешны. Природа наша всем нам известна, а святость Божья также нам всем известна. Вот почему все они пугались и боялись, но страх был кратким, потому что Господь
хотел возвестить о великой радости. И я сегодня акцентирую это также для вас. Великая радость, братья и сестры, Рождество и ничего другое посетило нас сегодня. Сегодня радуются не только дети в ожидании того момента и часа, когда откроют их подарки, которые, возможно, складируются у кого-то под елкой, а у кого-то просто в сумках, не знаю. И не проповедую, как правильно или неправильно. Но они ждут с дня на день, когда им разрешат открыть эти подарки, и, конечно же, наполнены счастьем и радостью. Я заметил, читая это слово, что Рождество практически есть праздник не только для верующих. Обратите внимание, и неверующие радуются. И они празднуют, как никогда, с большой радостью. Сегодня празднуют Рождество они потому, что других интересуют выходные, других радует то, что можно будет приобрести многие товары по легкой цене. Другие просто радуются тому, что можно будет есть вкусную пищу, встречаться с друзьями и так далее и тому подобное. Радуются, братья и сестры, все, не только христиане. Цари радуются, атеисты тоже радуются. Это есть воистину праздник большой. Вся земля, давайте я так себе позволю сказать, торжествует и радуется. Да и это не все, церковь. Радуется и небо. Вспомните, с какой радостью пели ангелы, явившиеся пастухам, и какие там есть слова. Там также говорится о том, что они с торжеством и с радостью пели «Слава Вышних Богу! На земле мир! Человека к благоволению!» То есть праздник Рождества – это праздник для всех живущих на земле и на небе. И на небе. Но как важно, братья и сестры, разобраться в том, что есть мотив такого праздника. Чем он вызван? Чем вызвано торжество в сердцах христиан, а не всего мира? Потому что мир радуется черным пятницам, как я уже сказал, и всяким другим земным возможностям, которые возможны только в этот сезон и не повторятся позже. Верующие имеют совершенно другой мотив, братья и сестры. И Христос через ангелов это сказал, что радостью или предметом радости должен быть родившийся Иисус Христос. Потому что Он принес с собой большую радость, большие перемены. Он совершит революцию в обществе человеческом. Да. Он, братья и сестры, не просто придет и уйдет, оставив после себя подарки с конфетами. Нет, дорогие мои, Он ничего не оставит нам для приобретения за полцены. Слушая одну проповедь, я так был удивлен, и непременно скажу и вам, чем. Когда один проповедник говорил, что он собственными глазами видел, как один продающий сувениры магазин в сезон Крисмаса, когда он уже заканчивался, поставил объявление. Объявление над набором нативити, где есть Мария, Иосиф, овцы, младенец в яслях. И ему нужно было допродать этот подарок. Один, два, три, сколько их осталось. И он зацепил такой аншлаг, объявление. Вы можете приобрести Иисуса, you may purchase Jesus for 50% discount. Только за 50% цены. И я подумал, братья и сестры, он сделал большую ошибку. Он должен был написать, что вы можете приобрести Иисуса абсолютно даром, не уплатив ни одного цента. Потому что это есть сущая правда. Сын Божий пришел сам уплатить большую цену. Но себя Он представляет каждому из нас абсолютно даром. Ничего не просит взамен, как только того, чтобы мы приняли Его сердце в свою жизнь и жили и подражали Его жизни. Церковь дорогая, мне так хочется сегодня много сказать о Нем, но к
Кратко скажу, наверное, очень мало. Что скажет ангел Марии? Эта женщина имела время подумать немножко о происходящем. Ибо написано, что она задумалась над этим приветствием. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Слышите? Он презрел на тебя. Что бы означало приветствие такое? Чем я заслужила? Обычная девушка. Нет, братья и сестры, не необычная девушка. Есть такое слово в Священном Писании, ибо я избрал себе. Мы об этом можем читать также там, где речь идет о посещении пророка Вифлеема. Бог говорит пророку, ибо я избрал себе там царя. Иди, я тебе скажу, кто он есть. Так и в этом случае ангел говорит Марии, ибо Господь избрал тебя, тебя одну, на конкурсе всей вселенной. Не на предмет мисс красоты, а мисс скромности, смирения. В пророческом слове своем она сама однажды скажет, когда встретит Елизавету, Мария скажет, ибо презрел Господь на что, братья и сестры? На смирение рабы своей. Господь избирал себе такую девицу, которая была бы не просто девицей, но смиренной и святой, не знавшей мужа никогда. И когда он скажет ей, ангел скажет Марии, что тебе надлежит зачать и родить сына, и дать ему имя, и воспитывать его, она просто в своей скромности скажет ангелу, прости меня, Господин Небесный, но я же не знаю мужа. Обычный ответ, братья и сестры. Потому что она хорошо знает, чтобы родить, надо быть замужем. Надо иметь какое-то сближение с мужем. И ангел Господний открывает ей величайшую тайну. И нам, о чем я кратко с вами сейчас и поговорю. Ангел ей говорит, что муж здесь не при чем, Мария. И вот почему. Потому что рождаемое в тебе и рожденное после тобою должно быть святым. Два абзаца. А второй абзац – и наречется Сыном Божьим. Читаем, вроде бы нормально звучит. Давайте остановимся на этом, дорогие мои. Рождаемое тобой должно быть святым. Никогда не может быть рожден святым никакой человек, если он, как говорит Давид, во грехах родила меня мать. Не может быть святым. Рожденный от мужа не может быть святым, братья и сестры. И ангел говорит, Иосиф здесь ни при чем, муж твой ни при чем, не переживай, брак твой состоится непременно. Но прежде, нежели он состоится, ты должна родить святое. И это все не есть, братья и сестры, главное. А он наречется сыном не Иосифа, не Василия, не Ивана. Наречется сыном Божьим. Вы знаете, я рассуждал над этим словом со страхом. Два вечера подряд. Родиться святым. Потому он не должен родиться от желания мужа. Есть такое слово. А он должен родиться от Духа Святого. Вот почему Мария, рождаемая, будет святое, и вот почему он наречется кем, братья и сестры? Сыном Иосифа? Нет, он наречется Сыном Божьим. Отсюда я и вы имеем полное право сегодня сказать следующее, что Мария есть мать для этого святого и нареченного Сыном Божьим. А кто его отец, братья и сестры? Кто его отец? Отвечайте, не переживайте. А отцом есть Бог. Наречется святым. Нет, будет святым, родится святым, а наречется Сыном Божьим. Отец есть Бог, братья и сестры. О чем Христос не однажды будет говорить, когда его спросят, покажи нам отца, он ясно скажет,
Вы еще не знакомы с моим отцом? Слышите? Вы не знакомы, это не есть Иосиф из Назарета. Отец мой есть на небесах. Я оттуда пришел, я и к нему возвращаюсь. Великая тайна, братья и сестры, в этом слове состоит. Это не просто легкое объяснение. О, да, сегодня я понял, что он родился святым. Да, он родился святым, безгрешным. И он должен был родиться от безгрешной мамы, девы, непорочной, Слово Божье говорит, непорочной. И я на секунду позволю себе сказать, как важно задуматься девушкам, грядущим мамам о непорочности. О непорочности. В непорочном теле растет и рождается непорочный будущий человек, которого Бог будет благословлять, давать успех во всех его духовных и других мероприятиях. Непорочная дева, Господь ее избрал одну из всех живущих тогда безошибочно. По долгому рассуждению и поиску на небе был совет. Вот там, в Назарете Галилейском, есть она, непорочная. И ангел поспешил ей об этом сказать. Но самое главное, церковь, он наречется Сыном Всевышнего, Сыном Божьим. Что означает сегодня, что его мамой была девушка на земле, женщина после родов на земле, а отцом его был всемогущий Бог. И это сегодня есть великая тайна, которую я хочу открыть себе и вам. Это означает, братья и сестры, что впервые в истории она никогда больше не повторится, рождена была личность, у которой мама на земле проживает, а отец на небесах. И что означает? Что небо и земля теперь имеют большое сроднение, воссоединение. Небу никак не может быть сегодня все равно, что происходит на земле. Ибо Сын Божий имеет и имел маму на земле, и отца на небе. И я на минуточку понял, братья и сестры, почему Иисусу Христу было дано имя Сын Божий и Сын Человеческий. Аллилуйя! Сын Божий и Сын Человеческий. Потому что на земле есть тот человек, его мама, а на небесах есть Отец Небесный. Церковь дорогая, как я и обещал, мое время убежало. Хотелось бы еще много говорить, но хочу закончить вот чем. Помните и не забывайте, у нас сегодня есть большое родство на небесах, невзирая на то, что мы живем на земле. И вы знаете, кто есть наш родственник? Кто есть наш Отец? Господь Бог. Господь Бог, об этом скажет сам Христос. Иду к Отцу моему и к Отцу вашему. Слышите? Радуйтесь, потому что Господь Бог сегодня есть и наш Отец, который назначил, говорит Слово Божье, Сына Божьего Иисуса Христа начальником и кем еще, братья и сестры? И Спасителем. Дал ему такую должность, которая имеет право прощать грехи сынам человеческим и дарить им спасение. Право, братья и сестры, называться Сыном Божьим. И вот последнее слово, вот абсолютно точно, это когда Иоанн говорит, возлюбленные, слушайте, возлюбленные, посмотрите, послушайте, какую любовь дал нам Отец. И далее он дает ответ. Не только называться, но и быть сынами великого Бога. Великого Бога. И второй стих, как будто он, Иоанн, на минуточку подумал, что он не сильно объяснил привилегию этому слову. И на минуточку снова берется и говорит, возлюбленные, дети Божьи, христиане, вы сегодня сыны и дочери великого Бога. И это есть великая привилегия. И привилегию эту дал нам рожденный Иисус Христос. Слава Ему, братья и сестры, за это. Аминь. Помолимся.
Благословен Господь Бог, благословен Господь Бог, пребывавший нам это служение. Господи, Боже, слава Тебе за это благодарение. Сын Божий Иисус Христос, мы все сегодня единогласно благословляем имя Твое Святое за то, что Ты не почитал хищением быть равным Богу, но нашел нужным и необходимым прийти к нам и отдать Себя за нас, для того, чтобы дать нам право сегодня не называться скимнами, которые бедствуют, а называться и быть сынами великого Бога. Какая привилегия! Господи, мы сегодня есть сыны Божьи. Чем мы удостоились? Чем мы отличились? Какова у нас заслуга? Не находим ее нигде, Господи. Это сделал Ты, рожденный Спаситель, который совершил невозможное и покорил себе, Господи Боже, смерть и логово ее, а нам всем дал величайшую свободу. Как много сделано Тобою, Господи Боже, помоги нам в этот сезон Рождества видеть и рассуждать о всем, что сделано Тобою, и о привилегиях, которые мы приобрели абсолютно даром. Да веселятся сердца народа Твоего, Господи Боже, сынов и дочерей великого Бога в этот сезон, и благословляет имя Твое безостановочно, ибо Ты достоин славы. Прими ее и в этот час. Благослови продолжение служения. Хвала Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Як ми давно чекали цього свята, бо стільки в ньому радості і втіх. Наш хор дитячий хоче привітати з Різдвом Христовим, друзі, вас усіх. Це надзвичайна вікова подія, подібних їй у світі не було. Тримає Сина Божого Марія, над світом сонце істини зійшло. Він не родився в царському палаці, в домах заможних місця не знайшлось. Небесному Господньому дитяці в печері народитися прийшлось. Там віслюки й овечки ночували. Це місце незабутнє і святе. Замість колиски в'язелка поклали на сіно запашне дитятко те. Раділо небо, зірка засіяла, до ясел поспішали пастухи. Вони вклонились низько і привітали, бо він є цар царів на всі віки. Несли дарунки мудреці зі сходу, дорогу показала їм зоря. Тому вони отримали нагоду, щоб привітати з народженням царя. З тих пір минуло років вже багато, але щорічно в цей зимовий час святкують люди християнське свято і втішаються, що Спас прийшов до нас. Ні, не в ялинці, не в застіллях пишних, не в подарунках, значимість Різдва. Нам свого Сина дарував Всевишній, щоб ми пізнали велич Божества. Різдво зустрічає вся планета знову. В маленьких селах, також у містах, співають діти пісеньки чудові і величають Господа Христа. Спаситель світу, Божий Син родився, яка прекрасна, світла новина. Людині кожній в небо шлях відкрився, через Христа спастись може вона. Христос сьогодні щиро так бажає твоє серденько, друже мій, війти, який колись притулок він шукає. Відкрий йому ти двері і впусти, щоб він у серці твоєму родився, щоб по-новому жити ти почав, щоб від сну гріховного збудився і щирим серцем Бога прославляв. Бажаєм, друзі, в свято це різдвяне, щоб гріх невірства з душ навіки щез. Любові вам і миру, християни, нехай Всевишній зійшли з небес. Амінь. Рождеством, с Рождеством.
Урочистий славний час, а й слава Бога не звикає. Із дому всі вітаємо вас, здоров'я, щастя вам бажаємо. Нехай вас Бог благословить, хай він постійно буде з вами і вас безмінно наділить своїми щедрими дарами. Серця хай ваші не мовчать, віддайте Богу поклоніння. Блакитне небо хай летять, пісні подяки і хваління. Ця радість вічна і свята нехай наповнить ваші груди. І про народження Христа кругом хай всі почують люди. Святковий і чудовий час від Бога ми сьогодні маємо. Тому сердечно, друзі, вас з Різдвом Христовим ми вітаємо. Амінь.
Цей урочистий славний час, а слава Богу, не змукай, дрізьмом всі вітаємо вас. Здоров'я, щастя вам бажаю. Нехай вас Бог благословить, а Він постійно буде з вами і вас безмірно наділить своїми щедрими дарами. Серця хай ваші не мочать, віддайте Богу поклоніння, блакитне небо хай летять, пісні подяки і хваління. Ця радість вічна і свята нехай наповнить ваші груди, і про народження Христа навкруг нехай почують люди. Святкові і чудові часи сьогодні ми від Бога маємо, тому сердечно, друзі, вас з Різдвом Христовим вас вітаєм. Раздання, брат мой, поніснення, чтобы я знал, где и когда было первое служение в честь Христова Рождества. Там, в далекой Палестине, древний город Вифлеем существует и до нині. Это, брат, известно всем. На поля у Вифлееме сотни лет тому назад, пастухи ночное время у овечи били стад. Осветилась ночи темень, ангел Божий весть принес. Поспешите, в Вифлееме вам рожден Господь Христос. А потом, чтоб каждый слышал, подтверждая эту весть, слава, слава Богу Вышнему, ангелу звучала песнь. Это песнь о Божьем Сыне. Так свершались торжества. Там, в далекой Палестине, честь Христова Рождества. Горы с неба пели песни, ангел Божий говорил. Пастухи внимали вести, что рожден Эммануил. Празднуют все христиане рождение Христа с тех пор. И сегодня здесь собрание, пусть Его прославит хор. Аминь. Сердце.
Христос победу отворил нам раю дверь. Обращайся, Кальчик, к Богу, лишь Ему, мой друг, поверь. Он явился к людям многим и сердца вновь оживил. Дух Святой с небес направил, что по жизни их водил. Своей жизнью он для многих путеводная звезда, счастье, радости и в горе. Помни, рядом он всегда, в счастье, радости и в горе. Помни, в обіймах ночі земля дрімає, о Боже любий, яка краса! Яскраво місяць висоті сяє, а небо чисте, немов роса. Про що стихенько шепочуть зорі, це небо повне незримих див? Та що це стало з цим просторі, порушив тишу чудовий спів? Його почувши, земля здригнулась, на мить замерла від цих чудес. Пташки й дерева від сну проснулись, земля приймає гостей з небес. Сбулись нарешті слова пророчі, в людському тілі зійшла любов. Коли все спало в обіймах ночі, на землю з неба Христос прийшов. Коли дивлюсь я на ці події, міцніє віра моя, любов. В грудях серце моє радіє, це заради мене Христос прийшов. Лишив просторі славу неба, на хрест піднявся, щоб там вмирать. Тепер повірить йому лиш треба, і дав спасіння його прийняти. Нехай це славне різдвяне свято, забувши зло і лишивши гріх, прийде до Бога людей багато, бо Він сьогодні спасає всіх. Христос родився, нехай лунає, хвала й подяка йому від нас, хай все творіння йому співає у цей чудовий різдвяний час. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри! Ви знаєте, я радію тим, що сьогодні бачу, як гарно діти беруть участь в цьому служінні. Але я хочу сказати і подякувати навіть для вчителів, які вклали максимально своїх зусиль для того, щоб сьогодні дітки ваші гарно співали і розказували вірші. Це треба було попрацювати, прикласти зусилля. Сестри, брати, вчителі, хай Бог благословить вас. Я радію, що ви маєте терпіння працювати з дітками. Хай Бог більше надихає вас силою, сповняє вас Духом Святим, щоб ваша праця була перед Господом записана в небі. Це є найдорожче. Настав юнака на початку дороги його, він коли постаріє, не зійде з цієї дороги. Хай Бог благословить діток, благословить вчителів. Ми зараз, брати і сестри, готуємося до молитви. Але я хочу подякувати вам усім, що ви молитеся про нашу працю, яка звершиться і в країні, де ми несемо служіння, проповідь Євангелія, і наших всіх місіонерів, які працюють від місії «Добрий самарянин». Хай Бог поблагословить.
І з тим самим хочу сьогодні разом з братами, які вже від початку вітали вас, так само діти брали участь у вітанні із цими святами, з народженням Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Бог поблагословить вас, ваші сім'ї, ваші родини. Хай Бог благословить, щоб радість спасіння завжди перебувала в вашому серці, на ваших устах, щоб було видно, що Христос родився і в вашому домі, і в вашому житті. Тому ми читаємо сьогодні, що сценарій народження Ісуса Христа, його життя було описано від патріархів, від царів, священників, від пророків. Ми чуємо, уся Біблія говорить про прихід Ісуса Христа. І апостол Павло до Галатів записав, коли ж прийшла повнота часу, то Бог послав Сина Свого на землю для того, щоб дати спасіння усім людям. Сестри, брати, ми сьогодні святкуємо, хтось святкує 25-го, хтось, можливо, 7 січня, незалежно. Але я хочу сказати, нехай радість спасіння буде в ваших серцях. Ми чули сьогодні, брат перед початком говорив, коли ангел проголосив: «Радій, благодатна, Господь з тобою». Ангел проголосив пастухам на полі. Чуєте, він сказав: «Чого ви лякаєтесь? Я звіщаю вам велику радість. Слава Ісусу Христу!» Сестри, брати, ця радість нехай буде сьогодні і на нашому обличчі. Тому що нас запевняє Слово Боже. І я читаю два віршики. Филип'ян, 4 розділ, 4 і 5 вірші. «Радійте завжди в Господі. І знову кажу, радійте. Лагідність ваша нехай буде відома усім людям. Господь близько». Слава Богу, брати і сестри. Про ту радість говорив ангел для пастухів, для Марії. Про цей сценарій було описано, ми читаємо, навіть і сам ангел, коли явився до Йосипа, він сказав: «Не бійся прийняти Марію, не бійся». Ми читаємо, що коли Симеон взяв на руки, і він пророчі слова сказав для Марії. І сьогодні ті слова, вони звучать для нас, сестри, брати. Ми знаємо, коли Христос вступив у води Йордана, то Іоанн, піднімаючи ось, який бере на себе гріх всього світу. Сестри, брати, той агнець Божий, він узяв твій і мій гріх. Хочеться подякувати Господу за Сина Божого, Ісуса Христа, а нашого Спасителя. І в мене є прохання, брати і сестри, помоліться за мене. Я завтра відлітаю до України. Бог дарував мені можливість бути разом з вами в зібранні, провести цей час, місяць часу. Я радію з тим, що я міг бачити ваше лиця. Я щасливий, що ви славите Господу, що ви славите ім'я Господнє. І я вас закликаю до щирої молитви. Благословімо наших діток, які сидять перед вами. Благословімо тих вчителів, які працювали максимально для того, щоб діти гарно служили, співали стройно для слави Господньої. Я запрошую до щирої молитви. Давайте піднімемося і благословимо ім'я Господнє. І один одного благословимо Божим ім'ям. Молимося. Отче Небесний, подяку Тобі складаємо за все. Слава Тобі! Господь, Ти є наш Бог. Ми дякуємо Тобі, Отче Небесний, за Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за силу Його. Діток, які сьогодні співали для слави Твоєї, розказували вірші. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за вчителів, які сьогодні укладають свою старанність, своє вміння, свої здібності для того, щоб навчити діток. Слава Тобі! Слава Тобі! Нехай ця жертва, вона буде приємна для Тебе. Слава Тобі, Ісус! Ти бачиш всіх присутніх батьків, поблагослови їх, що вони сьогодні ведуть своїх дітей до царства Твого. Слава Тобі!
слава тобі, Господи, я дякую тобі за ту церкву, яка сьогодні молиться, яка сьогодні возвіщає радість спасіння для всіх людей, слава тобі. Алілуя тобі, мій Бог. Я дякую тобі за служителів. Я дякую тобі, Господь, за кожного брата і сестру. Слава тобі. Хвала тобі в небо. Алілуя. Я дякую тобі, що сьогодні сповіщається твоє святе ім'я серед народу твого, в церкві твої. І приходить від Духа Святого радість спасіння. Слава тобі, бо ти так полюбив нас, Отче Небесний, що віддав Сина Своє Єдинородного. Хвала тобі в небо. Алілуя тобі, мій Бог. Алілуя тобі, мій Бог. Я дякую тебе. Я дякую тобі за Духа Святого, Ісус. Дякую тобі. Хвала тобі. Алілуя. Я прошу твого благословення. І надалі це зібрання. Благослови. Господи, ти бачиш і моє бажання. Завтра переліт до України. Благослови, Господь. Я довіряю, Господь, цю дорогу в твої руки. Бережи, нехай милість твоя і покров крові твоєї буде над усіма нами. Тобі, Господи, єдиному складаємо подяку за ці радісні дні цих свят. Слава тобі, хвала тобі, Господи, і дай нам святкувати це свято, жити святим життям і бути святими. Тобі хвалу, поклон складаємо в небо. Добрий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Всі разом заспіваємо блискавкою лине вість. І під час співу буде матеріальний збір. Будь ласка, жертвуйте на. І на похоронний фонд так само. Хто вже задовжав на похоронний фонд, о, хай Бог благословить всіх вас.
Яке велике свято ми сі сьогодні маємо. Нехай пісень багато аж до небес лунає. Сьогодні день чудовий, спів ангели ми чуємо. Святе Різдво Христове сьогодні ми святкуємо. В цей день посміхніться і без лукавства, щиро, як друзі обніміться, щоб святкувати в мирі. Всім людям сповіщайте, в нам небо, шах відкрився. Рідійтесь і вітайтесь, Син Божий народився. Амінь. Послухайте нині, дорослі і діти, звершилося чудо велике на світі. В минулі часи і в далекі давнини Небесний Отець послав людям новину. На землю спустилось вечірне затміння, і раптом з небес донеслося хваління. Почули його пастухи біля стада, в серця їх вселилася Божа відрада. «Родися вам цар», так звучали ці співи, до вух пастухів ті слова долетіли. А зірка на небі царям показала, де в яслих на сіні дитятку лежало. Тоді пастухи поклонились хлоп'ятку, царі принесли подарунки в достатку. Сьогодні Ісус не дитя, а цар слави, Він хоче, щоб ми йому серце віддали. Амінь.
Слава Богу, брати, сестри. Дітки, ви прекрасно співаєте, хай Бог благословить всіх вас. Вас так само вчителя, регента, які учать їх Божого благословення. У нас в гостях сьогодні є стара Ольга, яка вже в нас була колись, розказала свідчення. Вона має коротке слово до нас. І заключну проповідь буде говорити брат Віктор Вронський, який в нас також в гостях. Приветствую вас, дорогая возлюбленная Церковь Божья. И меня зовут Оля, я являюсь представителем служения, которое вы все хорошо знаете. Это реабилитационный центр New Life USA. И в первую очередь, конечно, хочу вам передать горячий, сердечный, пламенный привет от всего нашего служения, поблагодарить вас за ваши небезразличные, за ваши открытые сердца, потому что то, что сегодня происходит в нашем служении, это происходит благодаря и вашему участию тоже. Ну и, конечно же, поздравить вас от всех нас с этим приближающимся, замечательным, светлым, мне кажется, самым прекрасным праздником Рождества Христова. И на этот праздник вот мы приготовили детям подарки, друг другу подарки. Но что мы можем подарить Христу? Это Его день рождения. И единственное, что мы можем подарить Ему, это нашу жизнь. Библия говорит, что предоставьте ваши тела в жертву живую, святую, благоугодную Господу. И мы можем позволить Христу любить тех людей, которые еще не знают Его через наши жизни. И не могу не поделиться сегодня о том, что Господь сделал в моей жизни. Он освободил меня от 14-летней зависимости от наркотиков по молитвам моей матери. Он пришел ко мне, к неискавшей Его, и протянул свою спасающую руку. Он исцелил меня от рака, когда врачи говорили, что тебе осталось жить 2 месяца. Для него нет ничего невозможного. Он дал мне прекрасную семью, и самое главное, он позволяет служить ему. 26 лет я уже служитель реабилитационного центра и помогаю вот таким людям, которых дьявол буквально уже обрек на смерть и взял на убиение. Но Господь, Он сильнее, Он сегодня спасает, исцеляет и освобождает. И я вижу это сегодня в жизнях многих и многих людей. Бог не прекратил совершать свою великую работу. Он не остановился делать свои великие чудеса. Он и сегодня спасает, исцеляет. Наши города-убежища, они работают в обычном режиме. Миссури, Невада. На программе в Миссури 14 человек, в Неваде 4 человека. И Господь продолжает совершать чудеса. 3 человека за последнее вот это время, я была у вас, наверное, в конце августа, 3 человека закончили программу. 2 из них вернулись в свои дома, в свои церкви, в свои семьи, и сегодня они не разрушители. Они сегодня созидатели Царства Божьего, и их жизнь – это письмо Христово. Люди могут читать их, потому что они знали, какими они были, и сегодня они видят их детьми Божьими, прославляющими Его имя и словом, и делом. И один парень остался, он решил посвятить свою жизнь Господу, он остался служить в Неваде, и сегодня он отвечает за эту новую территорию. Слава Господу за это. И вот последний раз, когда я приезжала к вам, привозила яблоки, я говорила вам о том, что мы собираемся вот строить здание, и команда из 22 человек из разных штатов, они хотят помочь нам совершенно безвозмездно. И знаете, это чудо свершилось, потому что сердца человеческие, они горели, они хотели служить, и они сделали это, и Господь благоволил к ним. И вы знаете, сегодня, на сегодняшний день мы построили это здание, то есть не мы, а вот эти 22 человека за 6 дней, это чудо Божье. Они поставили это здание под крышу, сделали фрейм, и мы на самом деле смотрели и просто удивлялись, насколько слаженно и благословенно их работа. Конечно, у нас на сегодняшний день очень много нужд. Пожарная сигнализация, внутренние отделочные работы, кухня. Мы готовы все это делать, и мы верим, что Господь, Он поможет нам и в этом. И наш центр всегда был, есть и будет бесплатным, но мы много трудимся своими руками. Это он для ребят бесплатный, а для нас это, конечно, дорогое дело. Но, тем не менее, Господь помогает. И вы знаете, что я никогда не приезжаю к вам, вообще мы новая жизнь, никогда не приезжаем к вам с пустыми руками. В прошлый раз вот я привозила яблочки, а сегодня я привезла вам из Калифорнии солнечную, спелую, сладкую хурму и мандарины. Они еще поздно
позавчера висели на веточках, а сегодня вы можете приобрести их, они будут радовать вас на ваших столах. И знаете, это особенные фрукты. И особенные они не потому, что они выросли в Калифорнии, спелые и сладкие, и выросли на ветках, ничем не обработанные, это natural, а особенные они потому, что, приобретая эту продукцию, вы спасаете чьи-то жизни. У нас в центре, к сожалению, почти 100%. Это ребята из верующих семей. Это дети наших с вами братьев и сестер, которые оступились, которых дьявол обманул, но которые сегодня решили выбраться и вернуться к Господу. И вот, приобретая эти фрукты, вы можете помочь кому-то из них. Эти все деньги, они пойдут на спасение еще чьей-то жизни. И после служения я буду вас ждать, где обычно. И, конечно же, у меня есть флаеры, которые вы можете взять и раздать всем людям, которых вы знаете, которые попали в эту беду, или вы видите, что они в этой беде, и они не могут выбраться оттуда. Мы принимаем, мы открыты, мы готовы помогать. Да благословит вас Господь еще раз, дорогие. Спасибо вам за ваши открытые сердца и за вашу помощь. Благословений. Слава Господу, братья и сестры! Мы в нашей церкви, там в Калифорнии, раньше так не благодарили Господа, а сейчас за каждое служение. Служение прошло, и мы говорим, слава Господу, прошло служение. У вас немножко легче, а у нас вообще нельзя внутри никаких служений. Но мы собираемся так, по милости Божьей. Прошло служение, поблагодарили Господа. Брат Виктор, а на следующий будет служение? Посмотрим. Если будет, хорошо. А если нет? Вот, братья и сестры, мы не ожидали такого времени. Не ожидали такого времени там, на Украине, что там сейчас происходит уже долгое время, несколько лет. Не ожидали такого времени в Белоруссии. И по всей земле. Такого времени не ожидали. Но Господь предупреждал. Наш брат Федор, которого многие знают, Игнатюк, был как-то в Кентаки, штат. Подошла сестра и так сказала пророчески: «Передай рабам моим, надвигается великая буря, которая охватит всю землю и многих унесет. Пусть объявят пост, пусть объявят молитву, и я сохраню». Мы поверили этому слову. Это было, я говорю, за полгода. Это в середине прошлого лета. Проехал, сказал: «Брат Виктор, а вы рассуждаете, я привез, себя снял ответственность, а вы рассуждаете». Мы объявили 3 дня поста и молитвы. Были в нужде пред Господом. Просили, умоляли Господа. И потом было слово: «Я услышал вашу молитву, и я вас сохраню». Братья и сестры, и Господня охрана над нами продолжается, слава Господу. И верим, надали Господь сохранит, если будем ходить в страхе пред нашим Господом. Сегодня такой прекрасный венок, такой прекрасный букет, братья и сестры. Это будущее церкви. Наши детки, какие они красивые. Дети, и ваши сердца тоже такие самые, чистые. Все нормально, нет проблем никаких. Вы плохих слов не говорите. Не говорите поганих слов. Вы не обманываете тату и маму. Хлопчики, вы не бьетесь там дома, не? Поганих игр тоже не играете, не? Бо як граєте погані ігри, то не можна грати. А вы знаете такую историю за такого хлопчика Даниила? Его десь там кинули. Куда там его кинули, не знаете? В левичу яму кинули. И леви его з'їли, напевно, так? А чого не з'їли? Ангел его хранив. Дітки, а если б вас кинули туда, з'їли б чи ні, леви?
Непослушних, наверное, б з'їли б. А таке може бути. Дітки, може бути таке. Ось сьогодні в собранні, а завтра ми не знаємо, де ми будемо. Багато діток, яких забирали від тат, від мам. Тату, маму в тюрму посадили, діток забрали, в інтернат посадили, повезли десь. Але вони були християнами. Дітки, ота історія за Даниїла, за Левів. А я ставлю себе на місце. От я вже не дитинка, вже сивий, а ставлю себе на місце. А як мене кинули б туди? Господи, як би я? Отак ми провіряємо своє життя. Дітки, поганих слів говорити не можна. Битися не можна. Поганих їх грати не можна. І тата, і мама не можна не слухати. Не можна не слухати, ні. А Господь на то і дивиться. Як ви сьогодні такі красивенькі, такі чистенькі, служили, співали, щоб і ваше сердечко такі були чистенькі. І Господь вас благословить. Добре? Будете такими? Хай вас Бог благословить. А я прийде время, потім братів спитаю, чи нема проблем з вами. Хай Бог благословить вас. Браття і сестри, це прекрасний вінок, це прекрасне служення, наші діти. І чому Слово Боже говорить, слава стариков, діти у дітей. І ми, старики, ну я теж себе записую вже після 60, мені скоро 65 вже буде, записую в це число. Ми любимо наших внуків. І я смотрю, в нас така любов к внукам, ну не така, як к дітям. Со мною син жив довге время, около 10 лет, і там п'ятеро діток у нього. І так бувають вони непослушні. І він там бере, там учить їх, як слухатися. А мені так больно. Я говорю, синок, тебе то я ще б, а от внуків твоїх не можу. Надо наказывать, только так наказывать, чтобы я не слышал. Мне это сильно больно. И я вспоминаю, и так мой дедушка, только мой отец так же. И в нас такие чувства, братья и сестры. И мы часто, дедушки, портим наших внуков. Дай Бог нам мудрости доверять нашим детям, воспитывать своих детей. И не препятствовать им воспитывать. Это для пользы. И Божье Слово говорит, каждый отец, который любит своего сына, с детства воспитывает. Там написано как. Воспитывать его. Братья и сестры, я прочитаю два слова сегодня и, может, еще два из мест Священного Писания. Это второе послание к Тимофею, вторая глава, начало 8 стиха. Второе послание к Тимофею, святого апостола Павла, вторая глава, 8 стих, начало. Помни Господа. В этих словах много чего заключается. Тимофей, не забудь, помни. Господа помни. А почему, братья и сестры, что можно забыть? Можно забыть. И мы сегодня, славяне, многие из нас, может, не то, что сидящих в этом зале, а много славян, забыли Господа. Забывают дети, родительский дом, где было оказано столько внимания и столько заботы, столько любви, сколько тревог, столько недоспанных ночей. Забывают Господа. И забывают отца и мать. И мне приходится часто беседовать с молодыми людьми, с подростками, особенно тем, которым 15, 16, 17 лет. Я много вопросов задаю, бывает такой вопрос, а тебе не хотелось уйти из дома? А редко кто отвечает, что не хотелось, а в основном говорят, да, были такие мысли. А почему, что тебе не хватает? Отец обидел, мама что-то сказала. Не поняли что-то. А один говорит, мама більше любить мого братика, як мене. І такі мислі приходять к нам.
особенно в таком возрасте, дети, молодежь, подростки, детки, самое лучшее место – это родительский дом. Самое лучшее место – это отец и мать. Самое лучшее. Я часто говорю, друзья заведут в тюрьму, а отец и мать, мама и тата ніколи в тюрьму не заведуть, сина и дочки. А друзі заведуть. І тому, хлопчики, дівчатка, з поганими не можна дружити. З тими, які говорять погані слова, ті, які б'ються, а ті, які вже беруть і курять. Не можна з тими дружити. Хай збереже вас Господь, дорогі дітки, щоб ви знали, що в лучші, кращі друзі для вас то тато і мама. Вони за вас моляться. Вони просять Господа, щоб Господь благословив. Вони гроші додому приносять, і мама має за що купити хліба, молочка і так далі. Так, так, дітки, чи ні? Їх треба слухати. Тата і мама треба слухати. І не убіжати. Хай Бог благословить. Дівчатка, і коли даже мама не скаже, що помити посуду, ви саменьки помийте, і мамі буде приємно. Добре? Хай Бог благословить вас. Братья и сестры, такое прекрасное творение – это наши дети. Да благословит их Господь. Помни Господа. Можно забыть. И апостол Павел пишет Тимофею, который знал закон, который знал книги Моисея. Господа помни. А почему? А народ израильский забыл Господа. Только вышли из Египта, море разделилось. Посредине перешли, песнь поют, а потом Господь воду им дал пить, а потом перепелы прилетели, мяса столько, потом манна, стол огненный и облачный идет, и Господа забыли. Как бывает часто в жизни человека, после всего добра, сколько сделал отец и мать, сколько сделал Господь, сколько сделали нам наши братья, мы можем забыть это все. И не раз в Священном Писании такое слово «помни, не забудь». Читаем книгу Священного Писания, когда народ израильский вышел из Египта, и написано, встал другой род, то есть дети, и забыли Господа. Забыли чудеса Его, забыли дела Его, забыли, как Господь их выводил из Египта, забыли тогда, когда змеи жалили, и многие поумирали. А Господь явил там помощь, сказал Моисею, что сделать, и это забыли. Братья и сестры, сейчас проверяем себя, а мы ничего не забыли? Сколько Господь явил милости в нашей жизни? Сколько Господь благословлял нас и рассказы наших родителей, каких Господь благословлял и хранил. Мы не забыли ничего? Я вспоминаю, многих христиане уже позабывали. Их внешность поменялась, их внутренность поменялась. Бизнес забрал много чего христианских ценностей. Говорит, церковь церковью, а бизнес бизнесом. И много уже забыли Господа. Забыли Его Слово. Говорит, брат, так нельзя, сестра, так нельзя. А сейчас все так делают. А Божье Слово разрешает это делать? Там много там чего написано. Сейчас так живут. Забыли Господа. Братья и сестры, как сделать так, чтобы наши дети Господа не забыли? Дел Его не забыли. Чтобы когда будут подрастать, они здесь заявляли, хотят Господу служить, водное крещение принять. Как так сделать? Какое слово им вложить надо? Чтобы они здесь союзы для семейной жизни заключали. Чтобы они начинали жизнь свою с церкви. Часто можно слышать, мы хотим венчание на берегу озера сделать. На лодке там мы будем стоять. А мы хотим виноградники, у нас там в Калифорнии много виноградников, в виноградниках сделать. Мы говорим, начинайте жизнь свою не с лодки,
ні з виноградника, з церкви починайте свою жизнь сімейною, з Господнього благословення, з молитви отца і матері, служителя, з благословення Господнього, жизнь свою починайте. Тогда можно рассчитывать на благословение. Можно рассчитывать, да, на помощь от Господа. Проблем в жизни будет очень много. Как Божье Слово говорит, темных дней будет много. Но царь и пророк Давид говорит в этих днях, всегда перед собой я видел Господа. А почему? Я Его пригласил в свою жизнь. Я просил благословения Господнего. Отец и мать молились с послушанием, с дома вышел, с благословением. И это залог, братья и сестры. И почему, кажется, излишне здесь Тимофею, который воспитан был, и апостол Павел хорошо знал, что вера, которая обитала в бабке твоей Лаите, в матери твоей Евнике, я уверен, что нам тебе кажется излишне, Павел, еще говорить. Господа, помни Господа, Тимофей, в труде своем, помни Господа. Помни Господа при благословениях, помни Господа при трудностях, переживаниях, помни Господа. Братья и сестры, и в нас, в нашей жизни, как важно, мы много знаем истории Священного Писания. Я не знаю, сколько слов, сколько бесед Иаков провел своим сыном Иосифом и своими братьями. Как я часто говорю, от одной миски ели, от одного стола они питались. И Иосиф не забыл Господа, когда сам находился, когда не было отца, когда не было матери, когда не было близких возле него. Он помнил Господа. Сегодня молодые, только одни остались, все уже забыли. Библию не читают, не молятся. И мы спрашиваем, вот это, когда ты там жил, далеко учился, ты Библию читал? Опустил голову. Нет, не читал. А молился? Ну, бывало молился, бывало нет. Уже много чего забыл. А он оказался далеко за пределами родных мест. И когда было искушение в него, очень тяжелое искушение для молодого человека, а он мог, где нашел те слова? Это слова отца, где он видел, где он слышал. И он говорит, как я сделаю сие великое зло и тем согрешу пред Богом. А сегодня, братья и сестры, многие не понимают, что это зло. Мы время вступили такое, как нашему брату одному было такое слово, приближается время, когда блуд не будет считаться за грех, а что-то обыкновенное. Мы вступили в это время. В многих церквях уже нет дисциплинарного взыскания за это, уже так оно все идет, и оно дальше погружается и погружается. Не было слова, не было закона, не было Библии. Но Иосиф знал, что это зло перед Богом. Я не сделаю такого зла. А кто бы знал бы Иосиф, кто бы весь отцу принес бы? А он знал, что жизнь его из дома отца, из слов своего любимого отца, он положил эти слова не только в ухо свое, он положил их в сердце свое. Как я сделаю это великое зло и тем согрешу пред Богом? Он знал, что жизнь его, которая проходила в доме отца, что жизнь его, которая проходила в доме Потифара, что жизнь его, которая будет проходить и далее, она в руках всемогущего Бога. Аллилуйя! Слава Господу! И Господь его сохранил, братья и сестры. Да, после этого и беседы, после этого случая он попал еще ниже, еще тяжелее обстановка, еще больше, может быть, трудностей и переживаний. Я представляю, раб в тюрьме. Человек, египтянин в тюрьме и раб в тюрьме. Это большая разница.
но и там он выдержал. Братья и сестры, но если он боялся Господа, если он ходил пред Господом, то написано, Божье Слово говорит, и жил Иосиф в доме Потифара, и Господь был с ним. И был Иосиф в темнице, в тюрьме, и Господь был с ним. Это очень важно, братья и сестры. А почему? А потому что Иосиф был с Богом. А потому что Иосиф, детки, был послушным отцу и матери. А потому что Иосиф любил Господа и братьев своих любил, которые с ним очень плохо поступили. И Господь хранил его. И потом дальше, когда уже все пришло на свои места, Иосиф не раб, Иосиф свободный, дом большой, палаты. Уже не он служит, а ему служат. Братья пришли. Наверное, Иосиф обвинялся, как был, мы его помним, там, в доме отца. Нет, не поменялся. Когда уже стал на троне, его не знали, что это Иосиф, которому мы сделали очень много зла и беды. И говорят, наверное, отец умрет, и начнется у нас другая жизнь. Иосиф нам отплатит, каждому. Братья и сестры, часто бывает такое состояние, молодежь, дети, когда мы сделали что-то в молодости, и оно идет за нами до самой старости. Когда умирал отец, братья уже дедушки были. У них уже внуков было очень много. Но то они забыть не могли. И говорит, сейчас Иосиф начнет считаться с нами. И они неправду еще одну говорят. Говорит, Иосиф, когда отец твой жил, он просил, чтобы мы тебе передали, чтобы ты простил нам то, что мы сделали тебе. И что сказал Иосиф? Не бойтесь, братья, я боюсь Бога. Я Бога боюсь, не бойтесь меня. Бога бойтесь. Я Бога боялся, и до этого времени Господь меня сохранил. И в доме отца моего слова отца взял. Да, я говорю, закона не было, не было Библии, Евангелии. Моисея еще не было, ничего не было, но слова отца были, и хранили его, и он имел благословение, и Господь знает, как поднять из тюрьмы, из темницы и посадить возле фараона. Человек, это невозможно человеку, а Господь знает, как поднять своего раба и посадить возле фараона. Братья и сестры, помни Господа! Может, не раз отец Иаков говорил детям, дети, когда пасете стада, Бога помните. Иосиф слышал, не ходил вместе с братьями, был в доме отца своего, но слово это слышал, Бога помните. И братья и сестры, сохранил Господь жизнь Иосифа. И далее, вдаль еще Господь открыл ему, что здесь жизнь не будет длинная. Для потомства твоего в Египте придет время, и выведу вас, Господь говорит, и Он открывает своим детям. Детки, когда Господь будет выводить вас, кости мои заберите отсюда. Братья и сестры, и это помнили другие мужья, о тех, о которых, может, нет времени, нет возможности говорить, те, которые помнили Господа, которые служили Ему, и в хороших днях, и в трудностях, в переживаниях имели большие как бы собрания и в одиночку, когда никого не было, помнили Господа и служили Господу. И Господь их никогда не оставлял. Вы помните, братья и сестры, историю кратко за Иезекию, который служил Господу, а потом пришел пророк и сказал: болезнь у тебя, и этой болезнью умрешь ты. Ты сделай завещание для дома твоего, постель, на которую ты лег, не встанешь, не сойдешь с нее. И он обратился к стене и начал молиться: Господи, я тебя помню.
в доме родителей своих, а потом, когда царем стал, помнил тебя. Господи, вспомни, что я ходил пред тобою верно. Господи, вспомни, что я делал угодное в очах твоих. Братья и сестры, церковь, Господь вспомнил, что нет? Да, Божье слово и Божье определение для этого мужа и человека на земле было уже решено. Все, жизнь его заканчивается. Но еще пророк Господень не вышел из города, когда Господь говорит: «Возвратись к рабу моему Езеке и скажи ему, я услышал молитву твою и увидел слезы твои к дням твоим. 15 лет прибавляю. Господи, вспомни». Может, эту молитву не слышали рядом стоящие прислуга, врачи, близкие, жены, дети. Но Господь услышал. Господи, вспомни. Если, дорогой христианин, брат и сестра, мы будем помнить Господа, и Господь нас будет помнить в трудностях, в переживаниях, в скорбях, тогда, когда смерть смотрит в глаза наши, Господь знает, как освободить. Но сегодня в это время, при наших разговорах, будем помнить, что мы христиане. Часто говорят, вырвало слово нехорошее. Будем помнить, братья и сестры, что мы христиане. Сегодня такая тенденция друг друга там в суд подавать, полицию вызывать. Я говорил однажды в нашем служении, там церкви. Откуда это? А Господне слово говорит, прощайте друг другу. И если ты пострадаешь за добрые дела, то благодари Господа за это. Если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Братья и сестры, а сегодня что-то случилось с христианством? Я хотел бы сказать, забыли Господа. Вспомните, что говорит Священное Писание, что говорит Божье Слово. Виктор, вспомни об этом. Когда какое-то непоразумение, когда какие-то разговоры, за какой мы приходим, бывает, в семью, и говорим, с чего началось? Она говорит, я ложки не туда положил. И жена начала кричать, ты куда положил ложки? Ты что, не знаешь, куда их положить надо? Из какого-то пустяка, я не хотел бы это все говорить, началась проблема. А что, забыли? Да не, как, где они там лежат? Какая разница? Какая проблема? Главное, чтобы лежало, чтобы не руками есть, а была какая-то ложка. А взять с одного конца или с другого, это большая проблема. Ну, нравится ей, чтобы было так. А ему нравится, чтобы было так. Братья и сестры, хорошо, когда мы помним Господа. Когда мы помним Господа, когда видим бедного. А Слово Божие говорит, пускай хлеб твой по водам, по многих днях он возвратится к тебе. От имения твоего чти бедного. И помню, в молодости нас братья учили, когда мы были молодыми, особенно помнить вдов. И многие здесь братья, может, которые с наших мест помнят, как мы по выходным дням, по субботу, нас братья посылали к одной вдове, к другой. Там сестры стирают, есть варят, убирают. Братья там дрова рубают или огород копают. Нас братья учили помнить Господа. Нашими силами физическими, чтобы Господь прославлялся. И та вдова, или та бедная семья, когда увидела столько работы сделано, знаете, как молодежь, все кипит. И со слезами благодарит Господа за то, что ее не забыли, пришли к ней, вспомнили о ней. Как приятно, как ценен этот труд, как ценено это слово. Я однажды вспоминаю, это было, только мы приехали, где-то 1992 год. Мы арендовали церковь. Нет, наверное, это уже чуть позже, может, год-два позже от этого. Мы уже в другой церкви были, тоже в ренте. И я услышал такой разговор в вестибюле. Мы были ашер, мы распоряжались.
там нас назначали со служительского состава, уже братьев мы там рассаживали людей, чтобы порядок был. И я услышал такой разговор. Одна сестра приехала, и подходит к нее другая сестра, землячка с одного места, они из Белоруссии, и говорит: «Аня, а ты после собрания куда-то идешь на обед?» Она говорит: «Да нет, никуда не иду». «Слушай, пошли ко мне, вместе посидим, пообедаем». Она смотрит на нее, слеза в очах, и говорит: «Сестра, ты меня уже накормила, что подошла и сказала мне это слово. Как мне приятно! Ты меня уже накормила». Я услышал, и мне тоже, братья и сестры, приятно. Кажется, оказать внимание, любовь рядом сидящему, а может, мы не знаем кому, оказать внимание во имя Господа. Есть у тебя хлеб до хлеба, поделись этим. Пригласи тот, который не имеет. На это обращает Господь. Господа помни. Когда таксу будешь заполнять, а сейчас уже конец года, помни Господа, брат, сестра. Не обогатеешь этими средствами, неправдой. И написано: бревна из дома вопиют, перекладины неправдой приобретены. А мы часто закрываем глаза, братья и сестры. Помнить Господа, когда мы дома, когда мы в церкви, когда мы на работе, когда мы беседуем. Помнить Господа. И Господь вспомнит о нас, когда трудно. Я читаю то место еще написания, 58 глава Исаии, другие места. «Ты возопьешь, а я скажу: вот я, ибо ты помнил меня». Не закрывал, не сожмал руку свою от нуждающихся. А мы просим сегодня детей молодых: помните ваших родителей, не отдавайте их, чтобы другие за ними смотрели. Не забудьте, что это ваши родные, отец и мать. Детки, помните родителей. Придет и ваш черед очень быстро. Я никогда не думал, братья и сестры, что мне придется дожить до 2000 года, когда я был молодым. Посмотрел на 2000 год, я думаю, 2000 год, мне будет 44 года, я уже старый буду. Думаю, доживу я до этого времени, наверное, не доживу. Дожил, братья и сестры, и уже 20-й год. Так быстро время пролетело, быстро дни прошли, и я сейчас занял место своего отца. А детки заняли мое место, у них детки есть. Так быстро пролетает время, братья и сестры. Но я хотел бы в конце подвести итог. На небе еще одно служение будет. Одних Господь не будет знать, а других будет знать. Может, их имена на этой земле не все знали, а Божий служит: исповедую имя Его пред ангелами небесными. Того, который знал меня. А другим Господь скажет: Боже, а нас-то не помнишь? Нет, не помню. А мы многие чудеса творили именем Твоим, бесов изгоняли. Господи, а мы много проповедовали, пели. Господь говорит: не знаю вас, откуда вы. Может ли это быть, братья и сестры? Может быть. Для себя проповедовали, для славы своей, имя свое прославляли. А какая-то старушка, старичок, брат, во имя Господа делали добро так, как могли. Я рассказывал в церкви у себя, один старичок, когда умер, собрались верующие хоронить его. И вышел один брат, упал перед кафедрой. Я не знаю, был тогда гробик или только собрание было. Или, может, похоронное было собрание, я уже точно не скажу, упал и начал каяться, просить в церкви прощения. Говорит: братья, я тот, который его не любил. Который не относился к нему дружелюбно, а всегда с недовольством и презрением. А как получилось? Я однажды пошел на базар в воскресенье и увидел... Он такой воротено, знаете, старшие люди знают, что такое воротено. Воротено продавал к прялке, чтобы пряли шерсть.
И я посмотрел, воскресенье, а он здесь, на базаре. Мы по воскресеньям на базар старались не ходить, разве какая-то большая нужда. А он здесь не только пришел, чтобы что-то купить, а продает. И я, говорит, с этого часа, с этого времени не возлюбил его. Я сказал, что все так, это не христианин. А прихожу в собрание после этого дня, в этот день, когда я был на базаре, прихожу на собрание, а он же сидит на базаре, на собрании раньше меня. Я думаю, то на базаре был, а шесть на собрание пришел. Еще больше не возлюбил его, больше возненавидел. И так было до сегодняшнего дня. Но на этом похоронном служении, когда братья проведывали Слово Божье, встала одна сестра. И начала говорить, братья и сестры, когда у меня умер муж, у меня была большая скорбь, большая нужда. Я думала, как я буду кормить деток своих? Мы вдвоем трудно было, а сейчас я одна. Но, открывая ящик, я увидела конверт, посмотрела, 50 рублей. А что такое 50 рублей? Это, я думаю, 3000 долларов приблизительно такая ценность была. А может, даже и больше сейчас идет инфляция, еще больше. Она открывает конверт, и там такая сумма денег. Господи, благослови этого человека. Кто это положил? На другой месяц снова конверт. Третий, снова конверт. Проходит время, несколько, уже смотрю, не 50, а 100. Детки подросли. Но кто же это ложит? И я приблизительно уже знаю, эти дни подходят, и говорю, детки, а ну давайте подежурьте, посмотрите, кто же конверт этот приносит? И дети говорят, мама, это тот дедушка, который сейчас на этом служении, он уже лежал, а раньше он еще жив был. Это дедушка, и назвали кто? Тот и тот. Братья и сестры, она обратилась, вот этот вот старичок мне все время приносил конверт. Кормил мою семью. Только она закончила, другая встает. Говорит, и меня он кормил, мою семью кормил. Братья и сестры, никто в этой церкви не знал, а тот брат его не любил. А Господь его помнил, братья и сестры. И он помнил Господа, как Бог помнил. Господь его на сердце положил. Братья и сестры, дети, молодежь, помните Господа. Придет время, на этой земле вы получите благословение, а в вечности Господь скажет вам, добрый и верный раб, в малом ты был верен, даю тебе великое. И если мы будем помнить Господа, Господь будет помнить нас. Склоним колени, помолимся. Аминь.
Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас, Ты помнил о нас. Ты послал Своего единородного Сына. И мы сегодня, и детки нам сегодня рассказывали, пели об этом. На этот мир, в этот мир, для спасения нас и наших душ, Господи, наших семей. Мы благодарим Тебя за то, что мы имеем такое чудесное служение. У нас есть Слово Твое. Слава Тебе, Господи. Боже, в это нелегкое последнее время дай нам наблюдать за Собою. Когда мы что-то смотрим, слышим, в руки берем, помни Тебя, Господи. Боже, никогда не забыть, когда мы одеваемся, помнить, что мы христиане, вот что мы одеваемся, кому мы подражаем, когда мы поем, стих рассказываем или служим церкви, что мы вносим. Боже, дай нам помнить, что мы дети Твои, и делать угодные в очах Твоих, на каком бы служении мы ни находились, пастора, диакона, раздавателя, увещевателя или учителя воскресной школы, помни Тебя, Господи, что мы должны устроить церковь Твою, но не разрушить, не внести какое-то недовольство, мир не внести, беззаконие. Сохрани Твой народ, Господи. О, Дух Святой, призываю Тебя, Боже, в эту церковь поместную и на это служение, на братьев рабов Твоих, на молодежь, детей, отцов и матерей. Благослови, Господи, Твоим небесным благословением. Да будет милость Твоя, мир Твой, Твоя благодать, чтобы нам помнить Тебя, вечного Бога, милость Твою, проявленную к нам, заботу, благословение Твои. И чтобы охрана и ограда Твоя была над нами. До конца нашей жизни мы не знаем, где мы будем. Господи, проведи оставшиеся дни этого года, не говоря уже о следующем. Сколько этот год принес проблем, трудностей, переживаний, смертей. Но мы благодарны Тебе, что по милости Твоей мы не исчезли. И мы знаем, если Ты будешь нашим Богом, а мы будем детьми Твоими, Ты сохранишь нас, Господи. А если необходимость и воля Твоя перевести с надеждой, что мы будем там с Тобой, со всеми спасенными. Хвала Тебе да будет. Еще раз прошу, благослови всех деток, не те, которые в хоре, но всех деток в этой церкви. Да будет милость Твоя над нами. Хвала Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувальцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Брати і сестри, прийміть привітання з Каліфорнії, з Сакраменто. Хай вас Бог благословить. Брати і сестри, за вітання ми щиро дякуємо. І взаємно від нас, Віктор, передавати просимо. І всі гості, які є так само, брат Володя, передавай вітання там на Україні, коли будеш, хай Бог благословить. Будемо молитися, щоб Бог благословив твою дорогу, щоб ти благополучно залетів назад. Ну і коли будеш мати можливість, коли вже буде, щоб Бог продовжить життя, велком, любий час до нас, хай Бог благословить. Дякую всіх гостей, які нас відвідали. Хай Бог благословив всіх вас, брата Віктора. Благословляємо сестру Олю, яка трудиться, яка посвятила своє життя для того, щоб вести тих, які залежні від гріха, до Господа. Господь її спас, і вона тепер старається заботитися за таких людей. Будемо молитися, щоб Бог благословив нас надалі, щоб беріг нас, щоб Господь являв милість над своїм народом, над тими, хто є хворі, щоб Господь зціляв. Я зачитаю нужди, зачитаю, об'яви, які в нас є, і ми будемо мати заключну нашу молитву. Значить, сьогодні вечором зібрання загальне наше, так що, будь ласка, приходьте і на вечірнє зібрання.
І в середу у нас буде зібрання без змін, як завжди, теж будуть діти приймати участь в середу. А вже в п'ятницю у нас буде перший день Різдва Христового. Це буде різдвяна вже програма. Ми будемо мати на 9 годин ранку, це 4, 5, 6, 7 участок. На 12, 1, 2, 3 участок, ми мусимо ще ділитися. А вже вечором буде загальне зібрання. Перший день свята Різдва. Другий день Різдва, субота, 26 числа, на 9 годин. Перший, другий, третій участок, на 12, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий участок. Вечірнє зібрання вже не буде. І в неділю так само три потоки, як завжди. Слідуюча неділя, 27 число. Це на 9 годин ранку, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий участок. І на 12, перший, другий, третій. Тобто ми міняємося. Так що хай Бог благословить всіх вас. Поки такий час неспокійний, ми мусимо ділитися на два потоки. А буденні зібрання на загальні зібрання. І останні потім ми зібрання будемо об'являти. Ми отримали лист подяки із Закарпаття, з Ком'ят. Від щирого серця дякуємо вам за вашу любов, яку ви оказали до нас вашими добровільними пожертвуваннями для сиріт і вдов в сумі 2000 доларів, які були передані через брата Петрус Івана. Наше бажання – і щира молитва до Господа, щоб Він рясно поблагословив вас і ваші сім'ї. Нехай Божі скарбниці завжди будуть відкриті для вас. З повагою та любов'ю до вас, брати та сестри із Закарпаття. Читаю нужди, які поступили. Помоліться за спасіння мого тата, просить сестра. Ми вдячні Богові і щасливі, тому що в нашій сім'ї благополучно родилася донечка. Це п'ята дитина в нашій сім'ї. І тому просимо, попросіть разом з нами у Бога, щоб Він благословив це дитя і беріг її в своїх руках. Дякую за молитви, сім'я Павла і Наташі Сідловських. Поздравляємо Павла і Наташу, хай Бог благословить. Здоров'я дасть для Наташі. Нехай ваша донечка виростає, славу Божу на радість для вас. Брати і сестри, помоліться за Любу, в неї виявилася смертельна хвороба. Її чоловік Роман просить, буде молитися. Просимо церкву помолитися за нашу маму. Вона захворіла і нуждається в ваших молитвах. І дякую за молитву. Ми щиро вдячні Господу за те, що Він оврачував Василя Моспанко. По молитвах ваших та народу Божого з других церквей Бог явив свою велику милість до нього. І сьогодні він знаходиться з Божим народом зібрання по великій його милості та любові. Вдячність сім'я Моспанко. Я бачу багато наших друзів, які перехворіли, але вже вернулися в церкву, які вже виздоровіли. Будемо молитися за останніх всіх, щоб Господь оздоровляв, хто ще є хворий. Бог являє свою милість при всьому тому, що хворіють люди. Так що дякуємо, бачу, і Василь Шемедюк, який так само братськи казав, що він перехворів, але знаходиться вже в зібранні, чувствує себе нормально. Будемо молитися друг за друга, будемо молитися, щоб Господь беріг сім'ї народу Божого, щоб хранив від цієї болезні, від цього всякого вірусу, від епідемії. Так що будемо звершати молитву, щоб Божа охрана була, Божа защита. А той, хто заболів, це закономірні явища на цій землі. Люди всі боліють незалежно, доктора, професора, але теж боліють, тому що у нас тіло таке, яке подвергається болезням. Але будемо молитися, Господі, а той, хто заболів, ісцеляй, давай здоров'я. Ми вже не молилися за Петра Мойсеєвича Саєнка, за якого ми щиро молилися, але є ще Боже оприділення. І Господь у них оприділив, я казав на похоронах вчора, що за нього молилися тисячі людей, християн, з багатьох церквей, але є ще оприділення Боже. Всі дні наші в книзі назначені, коли ні одного із них не було. І багато було братів, які на грані було смерті, але Бог явив своє чудо і підняв їх. І так само, як Ігор Криса, дякує Богу і свідкує про те, що дійсно був між двох смертей, то Бог дає. І прийде час, коли прийде в церкву, і воздасть славу Богу разом з нами і засвідчить. По дорозі, коли їхали сюди, Ігор дзвонив до нас, так само говорив з нами. Так що є люди, які дійсно Господь назначив для переходу, як Петра Мойсеєвича Саєнка. І він відійшов вічність. Але тих, кого Господь ще бачить, для того, щоб ви жили, славили Господа, Господь оздоровляє, являє свою милість. Хто має з вас якусь нужду, будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу заключну молитву.
Брати і сестри, хочу засвідкувати вам, що Бог мене помилував цього тижня. В п'ятницю ввечері мою жінку забрала скора із тиском 260. І через кілька годин, ну десь годин 3-4, я там сидів скорий, і мене сповістили, що вона прийшла в себе і прийшла нормально. Почала говорити і рухатись, і все добре. І по сьогоднішній час добре, тільки що ще тиск піднімається. Через трошки від таблеток і вже піднімається. Прошу помолитися, хай Бог благословить. Слава Богу. Слава Богу, будемо молитися. Ви знаєте, завжди так кажу: Господи, якщо ти даєш ще життя, і дійсно ця хвороба не на смерть, то дай ще й здоров'я, щоб людина могла не боліти, не чувствувати тяжких болів, але йти в собрання, прославляти ім'я Господа. Так що будемо за це молитися. Церква дорога, давайте встанемо шиною. Вознесемо щиро молитву до Господа. І всі ці нужди понесемо перед Божим лицем, молимося. Боже наш, ми щиро тобі дякуємо, дорогий Господь, за це зібрання, яке дарував для нас знову Господь та Рибок. Дякую тебе за прекрасний наш Господь дитячий хвор. Ми благословляємо наших діток, Господи, просто благословити їх, хранити їх, Боже наш, щоб вони були твоїми, щоб вони ніколи не покидали церкву, Господи, завжди були в церкві. Щоб ми завжди бачили їх активними в церкві, Господь, які могли співати, Господь, які будуть підростати, Господь та Рибок, і будуть тобі служити, тебе любити, Господь, сохрани від всякого гріха. Цель диявола – це одна – украсти, вбити, погубити. Але твоя ціль, твоя задача – спасати, хранити, оберігати. Боже наш, тому веди їх сильною рукою і благословляй. Наша молитва – тебе благословить твій народ, Господь, твою церкву. Являй силу і славу народі твоєму. Хай Дух Святий і далі діє в твій народі. Хай сила являється. Хай духовні дарування проявляються, Господь. Підніми твій народ, Господь, і благослови. Храни народ від всякої болезні, від всякої епідемії, Господь, від всякого віруса. Бережи твій народ, Господь. Сім'ї народу твого бережи. Бережи, Господи, я тебе прошу. Хто є хворий, ісцеляйте, я сильний Боже, буде оздоровляти. Ісус, тому являй силу і славу твою. Ми бачимо не один раз, Господь, твою милість, твою силу, Господь, твої чудеса. Боже наш, який ти являв, являєш по молитві до народу, Боже наш. Ми розуміємо, що є оприділення твоє, і так як для Петра Моїсеєвича Саєнка, за якого ми молилися, твоє оприділення було його забрати в небесній оселі. І ти його забрав, Боже наш. І вже більше ми за нього не молимося. За останніх ми ще молимося і тебе просимо, оздоровляй, тяжко хворих ісцеляй, Господь, Рибоктор. Ісус, там, де врачі вже безсильні, ти є сильний Бог. Там, де врачі нічим не можуть допомогти, ти, Бог, можеш, Господь. І дай ту тяжку смертельну хворобу, за яку пишуть записочки, а ти, Бог, сильний ісцеляти, Господь. І тому ісцеляй, Боже наш, врачуй. Наша молитва тебе, Господь, благослови тих, хто нуждається в благословенні. В сім'ї, Господь, та Рибоки Павла і Наташі Свідловських родилася донечка. Благослови цю донечку. Хай не виростає славу для тебе, на радість батькам. Дай здоров'я для мами, Господь та Рибоктор. Сьогодні наші друзі, які переболіли, а знаходяться вже в зібранні, Господь, я тебе дякую. Це Василь Моспанко, це Василь Шемедюк, Господь. І останні всі, хто був хворий, Господь. Церква молилася, і сьогодні вони є в домі молитви, і сьогодні вони вже здорові. Дякую тебе, Господь, хвала тобі. Брат Федя, Господь, свідкував за свою дружину, яка попала на емерджиці, Господь, та Рибоктор. Яви твій милість над нею надальше. Ти явив вже милістю, але дай повноцінне здоров'я, Господь, та Рибоктор. Наша молитва тебе, коли даєш життя, давай ще здоров'я, Господь. Власне, брата Володю, який буде завтра відлітати назад в Україну, хранити його, бережи в дорозі, Господь. Брата Віктора, який сьогодні буде улітати назад в Сакраменто, храни також, Господь, благослови.
сестру Олю, Господь, яка нас відвідала. Боже наш, храни її також і в дорозі скрізь. І благослови, Господь, цей центр, який вони відкрили, щоб допомагати цим залежним людям. Благослови їх служення, Господь, і будь з ними. Ісус, і всіх гостей ми благословляємо іменем Твоїм, і весь народ Твій благословляємо, і за все Тебе дякуємо. Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім.